привет. Ну, смотрите, задний мост Нивы подняли. Смотрите, вот это колесо подкопали, висит. Здесь подкопали, стоит, упирается. Здесь тоже ямку выкопали, упирается. Это колесо висит. Сейчас попробуем на двух самоблоках ХВТ-шных тронуться. То есть получается, на данный момент просто стоит на переднем мосту. Дифференциал разблокированный, первая повышена. То есть, как видите, два задних колеса у нас крутится. Останавливаюсь. Нет, давайте оборотов больше. Вот, смотрите, обороты нету. Сейчас блокирую дифференциал. Так, дифференциал заблокировал. Первая повышенная вперед. Задние только. Вот, теперь смотри, блокирую. Так, ну у нас задняя ось стояла на домкрате. Сейчас домкрат вытащили. Был задний мост в вывешенном состоянии. Сейчас посмотрим. Все, она закопалась, сидит. Сейчас поставили туда же Ниву. Но Нива немножко покороче, сантиметров. Мое колесо вот здесь было, сантиметров 15. База покороче, ширика. Так, сейчас ты разблокированный, да? Да. Ну давай, пробуй.
Вот человек разблокированный, эта сторона стоит. Так, что здесь у нас? Крутится одно колесо, ребят. Как я говорил, будет крутиться то, которому легче. Ну давай блокируйся. Вот смотрите, сейчас заблокируется. Самоблоков нету. Так, два колеса. Два колеса. Эта сторона стоит, видите? Эта сторона стоит. С этой стороны два колеса крутятся. То есть, когда вы межосевой блокируете, перед и зад может по-разному крутиться. Но на данный момент этим колесам правой стороны легче. И, естественно, она будет ехать. Вот вам разница между самоблоками или блокировкой. Вот сейчас, смотрите, заднее колесо стало крутиться. То есть он уже накопал, ему легко стало, и оно крутится, видите? То есть сейчас три колеса будет крутиться. Вот сейчас опять, смотрите, нагрузка получилась на левую сторону автомобиля, и колеса не крутятся. Так что устанавливайте самоблоки. Они, конечно, не всегда, но помогают. Я заказывал у производителя АВТ по моей ссылке, по моему промокоду 007. Вам будут скидки при заказе продукции АВТ. Так, ну ясно. Сейчас мы загоним дастер. В предыдущем видео у человека сцепление на 120 тысячах на Форде закончилось, уже поменял. Итак, специально оставили лунки, накопанные, красивые. Сейчас загоняем сюда дастер. Дастер. У тебя 2 литра? Двухлитровый. Электронные помощники есть. Что заметили? Размер мостов, ну, у него здесь не мосты, такой же, как на моей 31-й Ниве, то есть по длине. И по шире, потому что за Нивами он заехал, у него резина вот так вот шире у дастера. Сейчас что у нас? ESP выключено. Ну давай пробуем. Пробуй. ESP выключено. Так, эта сторона у нас крутится. О. Да смотри, у тебя все 4 все горят. Ладно, теперь давай включай ESP. Посмотрим, что дает ESP. Крути, крути. Ну, как видите, что в этих 4 лунках, где колеса проварены, автомобили не едут. У меня липучка, здесь шипы, здесь шипы. В ямке засядете, и вы никуда не поедете. Любой автомобиль, хоть с электроники, хоть без электроники, хоть с блокировками. Если все 4 пункта висят, что понятно? Да, и на этом, ну, вот такой тест небольшой. Два, сзади. Тоже все хорошо. Давай, давай, крути, крути, крути. Сзади установлен самоблок. Так, 4 колеса маслает. Сзади самоблок же стоит у тебя, да? Ну а блокируйся, разница будет. Заблокировал. Ну все, то же самое.
нет. Как видите, резина грязевая, хорошая. Но когда скользко, к сожалению, ничего у вас не помогает. Ну да, как-то так. Мы сейчас находимся на автодроме. Вот Дастер заезжал сейчас. У Форда, конечно, блин, ну клиренс супер. Дастер до сюда даже не смог доехать. В том числе и... Ну, я не пробовал. А так, смотрите, как достойно проезжает. Сейчас мы попробуем на Ниве, на Дастерах попробуем. Ребята, вон там, он бьют дорогу. Ну, для каждой машины своя дорога. Для каждой машины. Он Леха топит, топит. Супер. Сейчас я на своем автомобиле вот катался по этому полю. Снег очень мокрый. Второй пониженной не хватает. Только первая пониженная у меня. Но я ехал достойно и проблем у меня не было. Вот у него резина, по-моему, ближе к заводской. Все равно гребет хорошо. Гребет, отлично. Ну вот, вторая пониженная и не хватает, только первая пониженная. Что мы здесь наблюдаем? Дастер и Дастер пока не едут. Сейчас Форд спасет и попробуем дальше. А, как Алексей объяснил, электронные помощники мешают ездить по такому снегу. Давай. Так, сейчас пойду. Ты видел, сразу хуже едет. Без... Да, вообще замечательно.
Кудастер мы извлекли. Андрюх как брелок Дастер тащит. Что можно по этому упражнению сказать? На данный момент блокировки играют очень хорошую роль. Я пробовал на блокировке, то есть на заблокированном дифференциале кататься. Она трогается интереснее, когда она заблокирована. Ну что, Андрей пытается набить. Это, во-первых, подъем идет. Ну, я не знаю, навряд ли. Тут ну, метра полтора снега лежит. Ну, не знаю, смотрите. Ух. В этом году Оренбург у нас, конечно, отличился по объему снега. Дует, наметает. И, как видите, что снега много. Но я думаю, не только в Оренбурге, но и в других регионах. Силен. Поехал по следу Форда, вроде и на скорости шел, но не смог пробить, сел на днище и все, и сижу. Кто знает, когда снег мокрый, но очень тяжело. И сравните клиренс, да, Форда и Нивы, например. Сейчас я его уехал. Жду 3 сигнала, поехали. Ну что, мы уехали? Нормально, нормально, проехали. Ну, как видите, Нивы, в принципе, едут неплохо. Ну что, Шевик, ну знаете, наравне, наверное, наравне. Поначалу вроде как вырывается, он только переключился и все. Да?
Понятно. Не хватает, да? Нет, конечно, если делать метров 400 заезд, естественно, Дастер уедет, да? Я говорю, если делать заезд больше Дастер, конечно, уедет. Я вам покажу, что дальше. А дальше поле и много снега. Небольшое усилие, колеса пробуксовывают и садится просто на днище, начинает садиться. Я вот стою, подо мной снег постоянно проваливается. Меня сними, оставь его. Если топ, то я... Ну да. Всегда, когда смотришь видео, кажется, я бы там сейчас как газ бы нажал, как бы она поперла, да? Вот я всегда пишу, кто будет вытаскивать. Вот смотри, как он хитро делает, просто накатывает, так как снег мокрый. Ну вот сейчас чуть-чуть прям пробуксует, и все на этом. Ты, блин. Я буксую. В принципе, конечно, можем разогнаться. Кто дальше заедет? Да, и пробить. У нас есть возможность, с чем вытащить автомобиль. Итак, Исудзу вытащили. Смотрим Шевик. Ну, конечно, Шевику пока будет идти легче, так как накатано. А вот здесь все. Закончился след Исудзу. Конечно, все. Вот так вот и все. Ну а теперь смотрим с разгона. На второй пониженной, наверное, не хватило. Все на этом. Очень коварный, мокрый снег. А внизу... Интересное явление. Длинный пахнет. Ну да. Сейчас мы отсюда. Ой, блин, круто здесь. Упасть можно, блядь. Хомуха, бля, хомуха. Ничего себе. Малость упирается. Оригинально, конечно, упражнение. Нет, он сдирает, нет. Он накопал, все.